Друзья, я очень рад, что вы нашли время посетить наш веб-сайт. Сегодня в нескольких словах хочу с вами поделиться о видении служения Flame of Fire. Мы разделили его на департменты, и таким образом это позволяет нам более сбалансированно и целеустремленно развиваться в служении. Также это создает условия для большого количества людей, которые видят себя и меня именно частью этого видения, этого служения, выполняя свою роль и свою функцию. Верю всем сердцем, что Божье желание, чтобы огонь Духа Святого, он возгорелся в каждом сердце. В таком направлении мы проводим конференции во многих городах и странах, также семинары, видеопередачи, где мы говорим о познании Бога, о личных взаимоотношениях с Богом, где говорим о том, как слышать голос Божий или как быть водимым Духом Божьим в своей жизни. Также я верю, что Господь призвал нас проповедовать Евангелие, и больше Господь открывает двери в разные города и страны для того, чтобы нести эту благую весть, и позволяет это делать в больших масштабах, и мы видим, как Господь сопутствует этому, и не только приводить людей к Иисусу, но также служить в служении исцеления и освобождения, и то помазание, которое Господь дал, оно производит эту работу в жизни того или иного человека. Также я верю, что Господь положил мое сердце и дал откровение о том, чтобы создать школу. Я не вижу это просто школа ради школы, чтобы повысить квалификацию в жизни человека. Я верю, что сегодня огромная нужда во многих судьбах людей, как найти себя, свое призвание. И я верю, что оно приходит не от человека, оно приходит через откровение именно от Бога, лично от Бога в жизнь человека. Поэтому мы хотим создать определенную базу, где именно сердцевиной школы будет молитвенное движение, молитва 24 часа вместе с поклонением, где каждый студент должен провести определенное количество часов в присутствии Бога, помимо обучения, помимо информации. Вся школа, она будет проведена определенной чертой, это именно упор будет на близость с Богом, на присутствие Божье. И люди должны быть в присутствии Божьем, домолиться, достучаться, чтобы получить откровение от Бога, именно что Бог имеет в их жизнь, чтобы остальное время целеустремленно инвестировать в то направление, где их видит Бог. Я всем сердцем верю, что эта школа будет большим благословением для многих людей и даже для многих стран. Я искренне в это верю и верю, что Господь позволит нам осуществить. Это очень большой проект. Я верю, что он займет время, чтобы подготовиться. Мы уже работаем над ним. Я верю, что Господь поможет нам довести это до конца. Также мы видим большую работу именно телевизионную. Для этого мы создаем студию, и может быть и не одну, где хотим больше и больше писать передачи. Главной передачей будет «Деяния», где говорить будем о действиях Божьих в служении Flame of Fire. Также будем прописывать те откровения, которые Бог дает согласно этого времени. Я верю, это будет какого-то рода пророческое служение именно через телевидение. Также есть у нас один отдел благотворительный, называется Act of Love, действие любви, где мы расскажем немножко больше в другой передаче, где вы сможете ознакомиться с именным направлением этого департамента. Друзья, я верю, что то, что я сегодня говорю, без Духа Святого, без поддержки людей, это невозможно осуществить. Я не верю в то, что Бог призвал одного человека. И видение, если оно возможно осилить своими руками, у меня большое подозрение, или оно от Бога. То, что Бог говорит в нашу жизнь, или в служение Flame of Fire, и лично в мою жизнь, оно очень огромное. В заключение, друзья, хочу сказать, что большое желание в нашем сердце не только хорошо начать, но также хорошо и окончить. И верю, что Господь поможет нам с помощью Духа Святого и с помощью многих людей, которые стали частью этого видения. И верю, что еще больше станут частью.
мы сможем довести это дело до конца, чтобы течение совершить и веру сохранить.